Друзья, всем привет! Опять я выбрался на рыбалку, но точнее пока еще не на рыбалку, пока вот я с другом вышли в лес посмотреть, может есть грибы. Поганок много, сыроежек много, а белых польских пока не находил еще. Сегодня с утра был дождь, поэтому на речку я не пошел, чтобы не мокнуть. Завтра будет погода нормальная. Завтра пойдем на рыбалку. Ну а сегодня, тут сейчас уже 2 часа дня, темнеет уже рано. Часов до 5, думаю, походить по лесу, посмотреть. Может, есть грибы. Что-нибудь, да, насобираем. Ну что, 4 штучки маслят. Нашел. На супчик уже есть. Очень много поганок, а хороших грибов нету. Но мы все равно гуляем с песиком, ходим, смотрим. Может, что-то еще найдем. Время еще есть. Будем дальше продолжать поиски хороших грибов. Ну, пока только вот поганки. Одни поганки. Рэм, а пошли. Рэм, идем. Ну что, ходим, бродим, грибов нет, и поганки исчезли. Но нашел вот здесь вот такую вот, это кормушка, скорее всего, что для животных, но она старая. Здесь лес пилят вовсю, кому не лень. Вот и такая кормушка. Там сено в середине. Кто-то, видать, там спал примято или спит. Вот и такая кормушка. Рэма, будешь баловаться, оставлю тебя здесь. Что ты там нюхаешь? Животным пахнет, да? Ладно. Пойдем дальше искать грибы. Как-то непонятно. Кормушка находится в таких дебрях, в зарослях. Когда это заброшенная уже. Давай, выходи. Пошли. Друзья, мои грибочки. 4 штучки такие приличные. Но на супчик, на небольшую кастрюльку мне хватит. Хорошие маслята. Все, а завтра на рыбалку. Thank you.
друзья, всем привет, доброе утро. Выбрался я на рыбалку. Вчера наелся грибов. Сегодня будем ловить рыбу. Надеюсь, поймаем что-нибудь трофейное. Сейчас я плыву в коряжник, пока греем двигатель. Попробую в коряжнике половить судочка. Если нет, тогда будем переключаться на щучку. Поехали! Ну что, приплыл я в коряжник. Сейчас буду делать первый заброс. Посмотрим, отзывается ли судачок. Пока плыву сюда, рыбачки ловили щучку, но безуспешно. И живца катали. Давно я здесь не ловил судака. Оп, были поклевочки. Тычок был один. Один тычочек был. Ну что, обкидываю из берега на глубину, из глубины на берег. Судачок молчит. Меняю приманки. Обкидываю коряжники. Тишина. Тихо-тихо. Не знаю, что ему надо. Ну что, друзья, буду менять точку. Почти 2 часа ни одной поклевки в коряжнике на судачка. Поплывем сейчас на русло. Может, там щучка или судачок будет. Поменял кучу приманок и тишина. Будем менять дислокацию. Ну что, друзья, приплыл я на точку. Под лес тут раньше лилии были и мелководье. И раньше неплохо отзывалась щучка. Проверим, может, она здесь стоит вся. Еще в траве на мелководье. Поставил рудру, она шумная, должна привлекать. Травку зацепил. Так.
Так. Солнышко припекает, хорошо, штиль. Только что был всплеск такой хороший. Я решил поставить поппер. Сейчас попробуем на поппер. Лодку крутит. Сейчас. Должна же она клевать. Перемещаюсь, перемещаюсь, кидаю, а выходов нет, поклевок точнее, непонятно. Видел два выхода таких классных, видно, такая щучка приличная, но она приманку не клюет. Друзья, поймала такую щучку на хеден. Но это не рыба. Сейчас мы ее отпустим. Вторая за день маленькая щучка. И все. И рыбы больше нету. Ну что, подходит к концу. Это рыбалка моя. Рыбалка сегодня была очень и очень трудовая. Сейчас 4 часа дня. На воде я с 8 часов утра. Поймал и отпустил две маленькие щучки. Поймал одну щучку на уху. Взял хорошего окуня и второго окушка маленького. Я не снимал, потому что камеру включаешь, поклевок нет. Только камеру выключил, катаясь туда-сюда, раз, где-то поймал. Сейчас я покажу вам свой улов, друзья. И на этом буду, наверное, завершать свою рыбалку сегодняшнюю. Вот такой один окунь. Потом вот такой красавец. Окунь, вот он, красавец, просто красавец. И вот такая вот щучка. Уловом доволен, судя по тому, как у кого-то вообще ничего, а у меня вот такие вот красавцы. Ну, окунь, конечно, я вам скажу, друзья, просто зачет. Все, друзья, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Я надеялся, что рыбалка сегодня будет хорошая, так как уже 15 октября, осень, должны клевать трофеи. Но не тут-то было. Еще раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. А я завтра опять на рыбалку. А что будет завтра, мы посмотрим потом. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи.